Слава ДВ! Слава! 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 2 августа. Для них особенная дата. День, когда можно встретиться с боевыми товарищами. Десантники в голубых беретах и тельняшках заполнили улицы Рязани. Главное торжество на площади Победы. Здесь и те, кто уже отслужил, и те, кто представляет элитные войска сегодня. У меня отец десантник. Вот. У меня всю жизнь я хотел стать десантником. Вот, поступить. Я единственный из своего поселка, кто совершил, ну, идут по династии своего отца по военной службе. Прошедшие все и вся, готовые ко всему. Мы гордимся, что находимся на славной Рязанской земле. Первые в воздухе и первые на земле. И никто, кроме них, действительно так свой праздник не отмечает. За Россию! За наши ВДВ! За наши ВДВ! Никто, кроме нас. Никто, кроме нас. Почему никто, кроме нас? Вот объясните, как дочь десантника. Ну, потому что только мы молодцы. Никто, кроме нас, не спасет мир. Мы прилетим на вертолете, с парашютом прыгнем и спасем мир. За ВДВ. Здоровья десантного. Всех благ. Здоровья семье и всем удачи. С днем ВДВ! Никто, кроме нас! Ура! Купаться в фонтанах, откуда эта традиция пошла, нам так выяснить и не удалось, как, впрочем, и увидеть сам процесс. Вы сегодня купаться в фонтане будете? Нет, сегодня нет. А когда будете? Я думаю, в следующем году. А почему вы сегодня в тельняшке и в трусах? А почему в трусах? Жарко. Почему в трусах? В шортах, потому что жарко, лето. Но в тельняшке, потому что десантник. У десантника главное сердце в голове, сердце в душе. Душа в сердце или сердце в душе, у кого как. И голова на плечах. В фонтане будете купаться? Нет. Почему, запретили? Нет, это не для десантников. Правильные десантники, они не купаются в фонтанах. Они просто культурно отмечают свой день с семьей. Откуда такая традиция у десантников купаться в фонтанах? Это никому еще не известно. А вы будете сегодня купаться? Навряд ли. Навряд ли. Мы уже вышли из этого возраста. У нас немножечко другая культурная программа, поэтому до фонтанов мы не дойдем. Вместе с крылатой пехотой, это еще и название музыкальной группы десантного училища, спели политики и главные правоохранители региона. Расплескалась «Синева», песня, которую наизусть знают все. Синевою наполнять парашюты. Помимо выступления артистов, традиционно десантники демонстрируют свою самую крутую боевую технику. Особый интерес она, конечно же, вызывает у детей. БМД, БТР, «Ракушка» и «Тигр» – парашютные системы. Сфотографироваться с современными образцами военной техники, стоящей на вооружении воздушно-десантных войск, смогли все желающие. 87-я годовщина со дня образования ВДВ проходила шумно, музыкально и патриотично. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по гвардейским, по десантным законам.